В правительстве Магаданской области состоялось еженедельное заседание. Основное внимание было уделено вопросу завершения строительства жилых домов в поселке Сокол, а также расселению неперспективных населенных пунктов. Так, на сегодняшний день активно ведутся работы по вводу в эксплуатацию жилого дома в поселке Сокол на улице Гагарина. Его планируют сдать в ноябре текущего года. Общая площадь вводимого жилья составляет 3141 квадратный метр, а общее количество квартир – 60. Сама площадь квартир варьируется от 36 до 69 квадратных метров в зависимости от количества комнат. Оба жилых дома будут оборудованы балконами, современными системами управления и безопасности, а дворовые территории получат комплексное благоустройство и места для парковки автотранспорта. Строительство жилья осуществляется в рамках мероприятий региональной государственной программы, направленных на переселение неперспективных населенных пунктов. И первые переселенцы уже смогли оценить качество будущего жилья. Так строительную площадку посетили жители поселка Транспорт. На заседании отметили, что на сегодняшний день в данном населенном пункте проживает 42 семьи, 92 человека. Жилищный фонд его является аварийным, а сам населенный пункт уже много лет неперспективным для проживания. Стоит отметить, что у первых переселенцев благоустроенные квартиры Сокола будет возможность выбирать этажность и место расположения будущей квартиры в том или ином доме, а также сразу, пока строители находятся на объекте, высказать свои замечания или пожелания по своему будущему жилью.